Всем добрый день. Сегодня у нас на установке BMW X6 G06. Это новый X6. Сюда мы установили подножки фирмы АТС. Так как мы это часто делаем, устанавливаем G05, G06, G07. Это наш частый гость на установку электропорогов. Поэтому весь процесс установки смысла комментировать нет, потому что я уже, наверное, надоел каждый раз показывать одно и то же. Вот. Но все же это наша работа, поэтому на этом автомобиле подножки уже стоят. Здесь установлены подножки уже рестайлингового типа. Мы переделали в других видео, если вы смотрели другие видео, вы знаете, о чем я говорю. Мы поменяли полностью всю механическую часть, всю выдвижную часть. Также поменяли панели, они нашли другие. Вот. И в этом автомобиле есть кое-что новое в наших порогах. Это очень такая большая доработка. Мы сделали управление нашими порогами. Если раньше мы устанавливали просто кнопку включения-отключения порогов, то теперь на каждом автомобиле практически можно будет управлять порогами с Андроида. Сейчас мы сделали приложение, которое управляет с Андроида. Ну, буквально немного времени осталось, также будет и с iOS управляться, то есть с айфона. Давайте посмотрим, что может наше приложение. То есть здесь мы можем уже отключить пороги. Они полностью отключаются. То есть вот показывает значок, что пороги отключены. Если я подойду к двери и открою дверь, то, соответственно, подножки не выходят. Они остаются полностью под автомобилем. Это функция принудительного отключения. Давайте посмотрим дальше. Здесь появились функции открытия обоих порогов. То есть сейчас, если я на нее нажал, то есть подножки открылись и с одной, и с другой стороны. Также их закрытие. В этом, ну, вот эта точка центральная LED, это если установлены пороги с подсветкой, ими можно будет управлять, потому что там у нас, когда подножки с подсветкой, они идут с RGB-лентой на очень много цветов. Но вот если, например, на нее нажать, то есть, соответственно, здесь вы можете регулировать подсветку того цвета, которая вам нужна. Здесь в приложении также показывается, вот давайте вот так лучше покажу. Если я открою дверь, вот, например, я открываю правую дверь, соответственно, в приложении показывает, что правый порог открыт. То же самое происходит с левой дверью. Если закрыли, подножка сразу уходит. Приложение у нас постоянно дорабатывается, поэтому мы только-только его ввели на открытие-закрытие. На показание, какая подножка вышла, она работает очень хорошо. Немного осталось нам доработать приложение для айфона. В чем удобство? Здесь управление с телефона, да, но если у вас в автомобиле установлен система Android, то вы без всяких проблем можете скачать наше приложение в Android и управлять все это с головного, ну, порогами с головного устройства. Вот такие новости. Всего доброго.